Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Али. И сегодня это небольшое объявление насчет того, что я скоро сниму уже третью серию, то есть сценарий у меня уже готов, хромакей готов, декорации готовы. Да ладно! Вчера я не смогла снять, поскольку уже даже 6 лайков, а не 5. Спасибо вам огромное, ребята. Я уже собираюсь скоро уже снимать. Просто мне сейчас тут одни дела осталось доделать, и я, возможно, уже сегодня начну снимать. Вчера я не смогла снять, поскольку я очень уставшая была. И тогда я снимала по чуть-чуть, потому что я снимала вечером. Днем я не могла, потому что я была на летней площадке. Но теперь оно у меня закончилось. Вчера я хотела просто отдохнуть. Я вчера просидела дома, так что вот. А я сценарий там чуть-чуть дописала. Ага, конечно. То есть уже все готово, так что не волнуйтесь. Спасибо вам огромное за лайки, просмотры, комментарии такие. Знаете, по-моему, мне даже кажется, что вы самые лучшие подписчики в мире. А также я заметила, что у меня подписчики друг, то скачут, то больше, то меньше, О боже, когда вы уже определились, подписаться на меня или нет? Или я, конечно, в шутку делайте, что хотите. Также, я думаю, вы уже заметили, что я выбрала уже интро, то есть я его еще давно выбрала. Да, конечно, все заставки были хороши, но не знаю, почему-то мне захотелось это выбрать, и мне в конце нравится, как Рейвен там подмигивает или что он там делает. Вот прикольно, спасибо, Кейт. Также я, может быть, в будущем, куда-нибудь, может, не знаю, там, 1 сентября, может быть, когда я пойду в 5 класс, я, может, поменяю название канала. И мне будет связаться с тем чуваком, да. Короче, я свяжусь с Кейт, ну, если она разрешит. Вконтакте спишемся или в комментариях здесь. Просто я хочу попросить переделать, если что, мне название. Заставку оставить, а именно переделать название канала. Но я, возможно, не буду переделывать. Ну, мне кажется, как-то, по-моему, не очень, немножечко туповато название. Ну, просто мне тогда в то время ничего в голову не приходило. Так что вот. Ну, и также у меня будет новое приветствие. И еще у меня будет прощание новое, только я не знаю уж какое. И у меня есть несколько идей, как назвать новый канал. Напишите мне в комментариях, изменять ли мне название моего канала, нравится ли оно вам. А еще какое? У меня есть несколько вариантов. Это, к примеру, Лиза Dolls. Потом Лиза Кэт. И еще одно название. Или World Dolls. Ну, мир кукол. Да, англичанка, блин, хренова. Также я решила, что у меня еще один будет канал для влогов, челленджев и тегов. Я его позже создам на ноутбуке вот этом. Потому что на телефоне это не вариант делать. Аккаунт, конечно, можно потом войти с него на ноутбук, но я буду делать все проще. На нем у меня будет только видео со мной. Ну, может, где-то будет там обзор, что-то вот типа того. Ну, вот этот канал у меня будет для кукол анимации. Я, наверное, никогда не заброшу этот канал и тот канал. Также я, возможно, скоро сниму челлендж. Это Bean Boozled. И этот уже челлендж будет на моем новом канале. Потому что я тут подумала, что канал надо делать именно на одну тематику, так правильнее. То есть этот канал у меня будет на анимацию на кукол. А тот канал у меня будет, ну, именно про меня. Ну, там я буду сниматься с друзьями, там влог, вот. Влоги снимать, теги, челленджи, вот. Как бы все про мою личную жизнь. Также я в августе, 9 августа, полечу в Крым, в Севастополь. Почему полечу, а не поеду на поезде? Потому что там через Украину. Должно, ну, Россия с Украиной не очень дружит, поэтому вот. Итак, я сниму эпик влог. Ну, скорее всего. Да, я с собой возьму всякое оборудование для съемки. Ну, это все, что я, по крайней мере, хотела вам сказать. Пока что я просто скажу всем пока-пока. Всем удачи. Пока.